Дороваджак бо, айенен биден. Эрэвинен умут, эвудим торам путчип. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем учить слова на авенском языке. Тема называется «Традиционное шитье». Осал, осал, камус, тыргыс, тыргыс, ролдуга, пустяка, пустяка, стриженная шкура, тиниун, тиниун, доска для кройки и шитья. Ноелре, ноелре, подшейный волос оленя. Гиревон, гиревон, нож для кройки. Керде, керде, кожемялка. Унтал, осалдук, ханганнотты. Унтал, осалдук, ханганнотты. Унты шьют из камусов. Хайер, хайер, перчатки. Экму хайеру хэрэддэн. Экму хайеру хэрэддэн. Сестра вышивает перчатки. Очака. Очака. Комбинезон детский. Кукатын. Кукатын. Рукавицы. Аммо кукатанне. Аммо кукатанне. Рукавицы отца. Эниндулау титерып ывыди хани сагбесни. Эниндулау титерып ывыди хани сагбесни. У моей матери есть старинная нарядная одежда. Эрек нэл. Это женский передник. Эрек мэрэтикэлча. Эрек мэрэтикэлча. Это кружочки. Эрек итикалча. Эрек итикалча. Это лица. Эрек атакикалча. Эрек атакикалча. Это паучки. Эрек утакалча. Эрек утакалча. Это домики. Аусы. Аусы. Женская сумка. Аусы осалдук ханганнотты. Аусы осалдук ханганнотты. Сумку шьют из камусов. Эрэвинуму мут, эвуди утора мукутту. И чилдарик лаварь стала даврит. Сегодня мы учили слова на авенском языке на тему «Традиционное шитье». До свидания!